Понимаете, я считаю, что готова. Дело все в том, что, например, программа, которую я веду, по большей части, большая часть моих студентов сегодня это иностранцы. Поэтому этот вопрос уже не стоит. Другое дело, что этот вопрос для меня сейчас не очень важен. Для нас, конечно, важно появление иностранных студентов, ну, просто потому что, когда другие глаза смотрят на нашу жизнь, мы иногда замечаем что-то важное в себе. Но мне кажется, что задача производства уникальных кадров для своей страны сейчас затмевает все задачи эксперта. И поэтому этот критерий эффективности вузов я не считаю значимым при оценке сегодняшних эффективных вузов. Меня больше интересует, сколько выпускников вузов пришло в профессию, сколько в ней состоялась, осталась и стала в ней ощущать себя полноценными гражданами, профессионалами. По образованию российскому, по многим направлениям, да. Это все, что касается у нас инженерии, например, конечно, естественно, научных направлений. Педагогическое образование мне здесь сложно оценивать, потому что насколько вот я сейчас экспертно имею представление, оно у нас очень разное в стране. Есть прекрасные примеры, типа вот Мининского университета, который, конечно же, нужно экспортировать. Конечно, все подходы, которые здесь обсуждаются, используются, и симуляционные решения, и работа, и ваши проектные команды, команды изменений. Это практика, которую, конечно, надо и распространять, масштабировать в рамках федерации и выводить на экспорт как очень удачный продукт.